Да, крокодил, 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 ребята, посмотрите, какой крокодил за мной плавает, давайте убегать от него. Крокодил, пожалуйста, не трогай меня, ай-яй-яй-яй-яй. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в Тести Блю, или съесть океан, или съедобный океан. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, собственно, продолжим нашу замечательную игрушку и посмотрим, что нам здесь нужно делать. Вау, ребята, посмотрите, посмотрите, как круто, посмотрите, с чего мы начали. Так, нам нужно, ребятки, съесть вот этих синеньких маленьких рыбок. Давайте, собственно, с них и начнем. Вон черепашки, смотрите, ребятки, плавают. Вот это прикольно. Так, черепашки, я так думаю, мы скоро тоже уже будем кушать их, если только вырастем. Потому что мы еще довольно-таки, ребятки, маленькие. И нам для этого надо расти, расти. Так, ребята, черепаху я хочу съесть. О, ребята, вы видели осьминог какой сидит. Зато я могу крабов хавать. Посмотрите, я у осьминога краду крабов, ребят. Прикольно, да? Ой-ой-ой, меня укусил своими щупальцами. Вы слышали, ребятки? Меня осьминог своими щупальцами укусил. Ну ничего, мы сейчас вырастем и покажем ему, где раки зимуют. Сейчас мы еще немножко подрастем и покажем ему. Так, давайте еще, наверное, с этого края рыбку съедим. О, ребятки, посмотрите, мы можем хавать черепах. Круто, посмотрите. Вау, классно, вот это да, черепахи. Идите все сюда. Я, наверное, скоро вырасту, ребятки, и смогу... Могу, наверное, и осьминога съесть, но мне еще надо много съесть для того, чтобы осьминог стал мне, влез мне в ротик. Мне надо съесть очень много, наверное, еще разных рыбок, видите? Отлично, отлично. Так, бельфинчик, давай. Давай, прыгай, ура, отлично, вау. Так, краби. Отлично. О, ребята, посмотрите, я смогу съесть осьминога. Отличненько, дорогие друзья, и мы с легкостью прошли с вами этот уровень. Ну что ж, ребятки, давайте продолжим и посмотрим, что у нас дальше. Так, погнали. Так, погнали, переходим на следующий уровень. А здесь у нас, ребята... Ого, ребята, вертолет повредил меня немножко. Вау, тут у нас акула, ребята. За мной истребители, ребята, вы видели? Вау, они стреляют в меня ракетами, ребята. Истребители стреляют в меня ракетами. Надо точно от них отбиваться. Давайте съедим вертолет, ребятки. Съедим вертолет. Вау. Отлично. Просто супер. Вот это да. О, мы можем уже хавать этих, короче, чувачков. Вау, ребята, вы видели? Самолеты летают. Ого, ребята, синий кит пока еще нам недоступен. Нет, самолет мы пока еще тоже, ребятки, не можем съесть. Но это не беда, ребята. О, уже, наверное, можем. Смотрите. Ого, отлично, мы проглотили истребитель. Ребята, вы видели? Еще один. Вертолеты. Ого, они меня стреляют. Еще один истребитель был проглочен мной. А, за мной тут гонятся, ребята, щупальцами какой-то. Чувак, помогите. Так. Ай, меня подстрелили. Да что ж ты будешь делать? Вот эта война пошла, ребятки. Вот это да. А как же мне здесь выжить, ребята? Посмотрите, я уже могу синего кита кушать. И за мной истребители уже вовсю гоняются. Ребята, монстр, посмотрите. Вау, аккуратно, давайте его схаваем. Отличненько. Все, война продолжается. Давайте дальше идем. Так, мы всех, короче, уже, ребятки, практически поскидали. Ого, ребята, там подводные лодки запускают в меня торпеды. Вы видели, ребята? Вот это да. Если я попаду на торпеду, то я аж подорвусь. Вау, смотрите, ребята, истребители стреляют с самолета, с этих ракетами, с пулями, смотрите. Смотрите, там уже и пассажирские самолеты появились, вы видели, ребята? Мы еще их пока хавать не можем, потому что мы еще довольно-таки маленькие. Ого, ребята, вот это да. Я такого еще честно не видел, чтобы такая война в море была. Из-за одного дельфина подняли такой кипиш здесь, ребятки, посмотрите. Ой, за мной ракеты, за мной торпеды. Ребята, да что ж ты будешь делать, а? Так, я, конечно, все это, ребятки, понимаю.
надо, ребята, что-то сделать срочно. Вау. Ребята, подводная лодка, вы видели, она как крутится. Надо от нее убегать, потому что она мне... О, ребята, мы можем съесть этот пассажирский самолет. Посмотрите, ребята. Сейчас я вам покажу. Вау, вы видели? Ха-ха. Пассажирский самолет съели. Еще один. Отлично, еще один корабль. Да, вот это мы в натуре огромные. Отличненько, круто, ребятки. Мы прошли с вами с легкостью этот уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку, дорогие друзья. И посмотрим, что же нас теперь ждет здесь дальше. Так, а здесь дальше мы опять, ребятки, маленькие. Ой-ой-ой, нам не надо попадать на вот эти водоросли, потому что они, ребятки, колючие. И они нас пытаются съесть, они нас щипают. Потому что, видите, маленькую рыбку они съедают. А нас пытаются тоже съесть. И они нас щипают. И таким образом нам не надо на них, ребятки, попадаться. Желтых рыбок мы пока еще кушать не можем. Так, ай-яй-яй, вы видели, какая рыбеха. Вот это да. Так что нам приходится, ребятки, довольствоваться пока вот этими синенькими рыбками. И все делать возможное, чтобы уже насладиться, так сказать, желтенькими рыбками. Так, я думаю, скоро мы их сможем кушать, ребятки. Надо нам просто похавать этих рыбок синих. И я так думаю, что мы уже скоро можем кушать желтеньких рыбок. О, мы уже можем кушать, ребята. Отлично. А также мы можем кушать какой-то мох специальный. Ай-яй-яй, меня укусило что-то, ребята. Меня укусила вот эта штука. Вы видели, какая рыба? Отлично, мы съели кусок. О, рыба меня укусила большая. Так, ребятки, дайте мне срочно... Дайте мне срочно рыбы желтой. О, посмотрите, какой я уже большой. Ребятки, я думаю, что скоро мне даже не будет в помеху вот этот... Вот эта огромная рыба, которая здесь плавает. Она мне такая страшная. Она мне так уже, ребятки, надоела. Вы только посмотрите на нее, какая она большая. Я так думаю, что скоро, ребятки, мы должны уже с вами... Уже хавать вот эти фиолетовые водоросли, которые нам колятся, ребятки. Обязательно должны... Ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать-то, а? Да, ребята, посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно, отлично. И где эта рыба? Отлично, мы съели даже рыбу эту большую, ребятки, которая нам постоянно так мешала. Отличненько. Продолжаем нашу игру и погнали дальше. Так, вот здесь у нас, ребята, сокровища пиратские надо собирать. Угу, ребята, скелет, посмотрите. Это скелет какого-то пирата, наверное, который оставил это золото здесь. Да, давайте собирать золото. Вот это круто. Ребята, посмотрите, какой страшный скелет. Поплыли дальше искать золото. Поплыли, ребята, поплыли. О, смотрите, я уже могу съесть золотые слитки даже. Отличненько, отличненько, просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно, ребят. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, просто супер. Просто замечательно. Так-так-так-так-так, ребята, подождите. Дайте мне собрать немножко. Вот так вот. Ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Ребятки, посмотрите, сколько я золота съел. Вот это круто, да? Посмотрите, сколько я съел золота. И, наверное, и шляпу скоро съем. И все съем. Давайте еще сюда. О, ребята, мы скелет съели с вами. И что мы еще можем съесть? Сейчас посмотрим. Второй скелет, ребята. Сейчас третий скелет съедим. Четвертый скелет. Все, ого. Пошли у нас шпаги, ребята. Посмотрите. Вот это у нас на дне здесь сокровище. Вы представляете? Такое вообще возможно. Посмотрите, сколько сокровищ на дне лежит. Оставили старые пираты, ребята. Вот это круто. Это действительно круто, ребята. Одни шляпы от пиратов только остались и скелеты. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Посмотрите, ребятки, какие мы огромные уже и где мы плаваем. Ого. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да. Вот это мы все съели, ребятки. Все, что хотели, все, что не хотели. Так. Ого, ребята, посмотрите. Посмотрите, мы все вообще съедаем, все бревна, ребят. Ого, мы даже съели эту. Вы видели? Целый остров, ребята. Мы съели целый остров. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни.
Так. Осталось мне, ребятки, съесть корабль. Вот он. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли этот уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку под названием Testy Blue. И посмотрим, что же нас теперь здесь ждет. Здесь я не могу выплыть никуда. Здесь мне надо, наверное, на дно. А, здесь, ребятки, уровень собирать мне надо эти. Собирать жемчуг надо, ребятки. И таким образом, чтобы не попадаться на уловки этих щупалец, которые хотят меня съесть. Этих ракушек, которые здесь обитают. Дайте мне жемчуга. Ай, меня прищупнули, вы видели, ребята? Вот так вот бывает, да-да-да. Так, там бы я уже не успел. Да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне, пожалуйста, жемчуг. Короче, вот так вот, ребятки, мне надо потихонечку кушать жемчуг. Ай, прищемили. Да что ж ты будешь делать, а? Вот так вот мне надо кушать, ребята, жемчуг и таким образом расти. По-другому мне просто здесь не выжить в этом океане, ребятки. Так что давайте, собственно, с вами вот так вот потихонечку будем проходить этот уровень. И будем воровать жемчуг вот так вот. А что делать? Нам же надо как-то питаться. А ракушка не отдает нам жемчуг, видите, ребятки? Я же не вижу, как-то камера стоит. Не так, как мне удобно. Отличненько, отличненько. Ребятки, потихонечку наш прогресс... Ай, прищемили меня. Да что ж ты будешь делать? Потихонечку, ребятки, наш прогресс идет в правильном направлении. Но я хочу сказать, ребята, что все это длится так долго. Я бы побыстрее, конечно же, ел бы, но это такая миссия. Видите, нам потихонечку надо этот джемчик брать здесь и так, чтобы нас не прищемило. Потихонечку кушать его. Ой-ой-ой, прищемило, ребятки. Ну ничего, ничего страшного, ничего страшного, что нас прищемило, ничего страшного. Так. Отличненько, отличненько. Так, третий, ладно, уже не успели. Так, ребятки, давайте теперь, куда нам теперь? Ой-ой-ой-ой-ой, подождите. Так, 11%, это, конечно же, все хорошо. Все, конечно же, отличненько, дорогие друзья. Но мне же надо ловить. Мне надо ловить этого чувачка, которого это... Тихо-тихо, ребятки. Мне же надо это, ловить этого. Не чувачка, а жемчуг. Я запутался уже совсем, ребятки. Ну где же жемчуг? Ой-ой-ой, прищемило меня. Так долго. Я уже хочу вырасти и уже съесть этих ракушек всех. Уже... О, все, ребята, посмотрите. Вот это круто. Так, теперь. Так, ну что ж, ребятки, давайте продолжим ловить наших вот таких вот штучек. Ребятки, это получается огромные уже ракушки, где нам приходится ловить уже такие не жемчуг, а с жемчугами вместе ракушки с жемчугом, с огромным, ребятки, посмотрите. Так, давай. Ох, ребята, чуть еще. Ну. А, да что ж ты будешь делать, пусто. О, вот аж три. Ай-яй-яй, прищемило меня, ребятки, опять меня прищемило. Так, ребятки, да что ж ты будешь делать? Дайте мне собрать, пожалуйста, много жемчуга. Так, давайте мы ушли, будем искать. Ого, ребята, аж три сразу съели. Отлично. Отличненько. Так, ребятки, мы уже большие. Я думаю, что скоро мы уже должны по-любому научиться кушать всех этих, даже больших ракушек, которые... Открывают в себе, несут вот это все. Все, ребята, посмотрите. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью с вами прошли этот уровень. Это просто замечательно, просто круто. Так, ребятки, ну что ж, погнали. Посмотрим, что у нас здесь дальше.
идет. И посмотрим, на что, собственно, мы способны. Так, ребята, что нам предлагают? Чаечку, ребята, чаечку. С удовольствием я, ребятки, съем чаечку. Это просто круто. Просто отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вы видели ее? Вы видели эту чайку? Она может, ребятки, схватить людей. И пока что я еще не могу, ребятки, хавать. Так что давайте, собственно, начнем с чаек. Нам только чайки и предлагают кушать. Да что ж ты будешь делать? Нам мешают люди. Я никак не могу словить эту чаечку. Так, ребятки, подождите немножечко. О, ребята, крокодил съедает. О, мы все, мы научились кушать людей. Ну, не всех. Не всех, ребята, но научились. Тем не менее, все, отлично. Теперь все, ха-ха-ха. Посмотрите, ребята, мы съедаем. О, крокодил, крокодил, крокодил. Ребята, посмотрите, какой крокодил за мной плавает. Давайте убегать от него. Крокодил, пожалуйста, не трогай меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 давайте быстренько поседаем. А, ребята, крокодил укусил меня за задницу. Давайте от него убегать. И, я не знаю, что ли, надо нам питаться рыбой, чтобы съесть его. Вот, 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 вот. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами съели крокодила. Этот эпизод, ребятки, подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. До скорых встреч, дорогие друзья. Обязательно не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх и оставить какой-нибудь комментарий, дорогие друзья. Также не забываем нажимать на колокольчик. Пока-пока.